Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не собирается уходить в отставку после убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком. Однако соответствующее решение может принять Верховная Рада. Об этом сообщил сам министр после заседания Кабмина 5 июня. «Я тоже не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо», — заявил Аваков. После смерти ребенка от огнестрельного ранения в голову, в совершении которого подозревают двух полицейских, в нескольких городах Украины прошли массовые митинги с призывом к Авакову уйти в отставку. Также на сайте президента Украины была зарегистрирована соответствующая петиция. За два дня после публикования она набрала более 20 тысяч голосов за из 25 тысяч, которые необходимы для рассмотрения.